Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Сегодня я хочу поделиться с вами своим рецептом приготовления рыбных котлет. А вот как я их делаю. А для этого нам понадобится треска. Вот сегодня я взяла, у меня получилось 600 грамм трески, 300 грамм семги, 3 средних луковицы, петрушка, яйцо, манка, соль, перец и масло, на котором мы с вами будем их жарить. Теперь у нас с вами задача провернуть через мясорубку рыбу и лук. А петрушку мы будем резать мелко, добавлять. Ее мы не будем проворачивать. Так, провернули с вами рыбу и лук. Добавили сюда в рыбу и лук, добавили яйцо, соль, перец. Теперь добавляем на этой стадии петрушку резаную. Ну, чем меньше будет порезанная, тем лучше. У меня слишком мелко не получилось, тоже не беда. И теперь у нас с вами задача, все это перемешать. Но сначала еще немножечко добавить вот такое количество. Сейчас я вам приблизительно скажу, сколько это у меня ушло. Да, это, наверное, 3 столовых ложки манки сюда ушло. И все это мы с вами перемешиваем. Пусть кого-то не пугает, что я это делаю руками. Я это делаю для своих домашних и близких. Поэтому и в любом случае любой продукт будет еще проходить термическую обработку. Вот. И вот у нас вот это вот все с вами. Смотрите, какая красота получается. Оно получается, фарш такой получается розоватого цвета за счет семги. Из одной семги я пробовала. Очень жирно получается. Нехорошие котлеты получаются. Из трески получаются суховатые. А вот когда соотношение треска-семга, это вообще просто что-то бомбическое. Ну вот, теперь еще как-то выключить. Так, поставили сковородку на огонь. Дали ей немного разогреться. Наливаем масло. А здесь у нас с вами лежит наш фарш из котлет. Вот прям руками я его беру, небольшие котлетки, и обваливаю в манке. Вот. Ну, одной рукой, конечно, мне не получится красивых котлет сделать. Так, и выкладываю. Так. Продолжаем процесс. Ох, вот тебе, блин. Ну ладно. Не получается у меня красивые котлетки сделать. Зато они вкусные будут. Зато я для вас видео сниму. Да, без штатива. Так. Ну ничего. Такие необычные страшные котлеты. Страшно вкусные. Ну, вот такие они красивые у нас с вами получаются. Выкладываю я их на бумажные полотенца всегда. Ну, чтоб лишний жир с них ушел. Жарила я их на среднем огне. Даже, наверное, ну, ближе к минимальному. И с двух сторон жарила. И вот такие красивые. Это я, конечно, уже без камеры сделала. А то, что с камерой, это ужасно. Вот они с камерой развалились немножко, но ничего. Вот. Жарила, наверное, минут 7-10. Ребят, они очень вкусные. Попробуйте по моему рецепту пожарить рыбные котлеты. Если вы любите рыбу, вам понравится. Приятного аппетита!